Для ребенка с аутизмом или синдромом Дауна повторить даже простой фокус задачи не из легких, но в этом и кроется настоящее волшебство, говорит иллюзионист Кевин Спенсер. В рамках своеобразных гастролей он приехал в Уфу. Мужчина не просто развлекает юную публику, магические трюки используются в терапевтических целях. Изучение магических трюков, фокус помогает им постепенно научиться какому-либо трюку и вернуть свои навыки. Sequence all the events. И научиться последовать действия. And it's and because magic is fun. И потому что делать фокус это интересно. They don't mind working on it over and over and over again. Снова заниматься этими фокусами. Кевин Спенсер – маг и иллюзионист с более чем 30-летним стажем. Сначала выступал на большой сцене, но позже его взгляд на профессию изменился. Попав в автомобильную аварию, он получил закрытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника. На восстановление потребовался почти год. С тех пор Кевин ездит по всему миру и учит фокусам детей с заболеванием моторики. Понравилось мало большого. Нитки понравились. Все, короче, понравилось. У Эмиля Зинатулина церебральный паралич, осложнение после менингита. Мальчик с трудом управляется с мелкими предметами, но теперь мечтает стать иллюзионистом. В этом и кроется секрет Спенсера. Это не просто научиться фокусу, а именно научить их показывать фокус другим людям. В Уфе Кевин дал сразу два представления. Большинство детей с аутизмом и синдромом Дауна. Как правило, юная публика тяжело идет на контакт, но через лечебную магию Спенсеру удается не просто общаться, а заставлять их смеяться и аплодировать. Как говорит сам иллюзионист, для него это намного больше, чем просто выступление на сцене. Эмиль Тимашев, Вадим Зараев, Вести, Башкортостан.